еще одна новинка от Hobby Boss. 35-й масштаб, Т-37, амфибийный легкий танк, ранний Т-37. Но такая вот не очень большая коробочка, как видите. Да, собственно, и танк был маленький. Вот история написана. 83-818 на торце номер. Входит фототравление. Что мы видим в коробке? Такой вкладыш. В том числе и с новинками. Средоносом новинок. Инструкцию. Внутри вкладыш с цветной, с окраской. Вот инструкцию посмотрим мы с вами. И с нее и начнем. Траки собираются несколькими сплошными и и несколькими отдельными траками. Да, как я говорил, уже модель небольшая, вот она, собственно, на руку встает, как и сам танк. Т-37 сейчас в восстановленном виде находится в экспозиции у Ладожского моста, в музее под открытым небом, где выставлены танки, которые участвовали в прорыве блокады Ленинграда. Он там в восстановленном виде есть. К сожалению, поскольку толщина броневых листов у него была достаточно невелика, сохранился он не очень хорошо. И его восстановили, так сказать, как могли, на судоремонтном заводе в Шлиссельбурге, где подверглись восстановлению многие танки, да, наверное, большинство, которые стоят в этой экспозиции. Если у кого-то есть возможность ее посетить, настоятельно рекомендую. Там очень интересные боевые машины. КВ особенно интересны. Несколько вариантов. В принципе, я делал фотообзоры и выкладывал их в интернете. Можно их посмотреть. Ну, пока, тем не менее, мы изучаем модель. Все так достаточно аккуратно, на мой взгляд, сделано. Ходовочка, каточки. А с траками, похоже, я вас ввел в заблуждение. Судя по количеству траков, они собираются из отдельных, ну, в смысле, из отдельных деталей, из отдельных траков, то есть нет сплошных. Ну, в общем-то, это эти хлопоты, да, но более реалистично. Вот. Как видите, 6 литников с траками, будет чем занять один из вечеров, собирая ленту из отдельных траков. Да, вот, собственно, травление. Кстати, интересно. Да. Вот такая небольшая модель любителей советской техники военного периода. Машина знаковая, плавающая, как я уже сказал. Очень интересная. Да, давайте еще раз посмотрим поближе башенку. Сколько это можно сделать через пакетик. Поскольку производитель написал, что это ранняя машина, значит, нас явно ждет и поздний вариант. Что будем его ожидать. Вот такой набор. Еще раз повторюсь. Т-37, плавающий танк, ранний, Hobby Boss, артикул 83-800. 18.